Друзья, всем привет! Новое видео на канале, погрузка новых автомобилей из США и квадроциклов. Давайте смотреть. Погружается, вы видите уже у нас, да? Tesla Model Y, новая. Dali X 7 и два квадроцикла. Машина заехала своим ходом. Полностью ее немножко так это попытались сделать армор, да? То есть укрепить, забронировать крылья, капот. Отсоединили батарею. Сзади все у нас забронировано. Мостик собран, и все. Давайте поднимать. Сейчас поставим и крепим под низ два квадроцикла. Машину мы поставили на мостик. Все, она там. Сейчас Игорь будет снимать колеса. Колпачки уже сняли. Все это упаковывать и приподнимать. Упаковываются колеса. Ребят, вот так все выглядит. Игорь сейчас спокойно. Вот наша следующая техника, которая будет погружаться. Два BRP Outlander XMR. Оба двухместные. Один сразу у нас идет с задним баксом, с сиденьем. Это немного был, который был приобретен одному из вас. Ну и следующий идет у нас полностью новый. Зацепили, но еще не полностью до конца подвесили. Tesla Model Y. В общем, вот так вот она выглядит. Сейчас приподнимаем до конца, цепляем, и все, а под низ у нас станут квадроциклы. Приподняли Tesla Model Y, пока зафиксировали только на две цепи, но у нас их будет четыре вообще днища. Вот многие спрашивают, царапается днище, не царапается, обратите внимание, днище идеальное. Новый автомобиль остается новым. Вот так вот делает компания Seven Motors. Автомобиль, который будет у нас погружаться, это будет BMW X7. Вот в таком вот состоянии, ребят, с небольшим пробегом, 22-й год. Мы его показывали у нас на канале, показывали, когда приобретали. Ну и вот месяц ожидали, я думаю, даже больше документов на него. Они пришли, все, машина отправляется к заказчику. Что внутри, давайте смотреть. Сразу, чтобы не было нюансов, показываем все. У нас здесь внутри лежат все ковры, у нас здесь лежат подушечки, у нас здесь лежат накладки на передний номер, сервисная книга, у нас здесь есть аптечка, внизу у нас есть шторка. Сейчас повесим вытяжки влаги в автомобиль в любом случае и будем загонять, как он внутри, смотрите. Вот так вот. Очень красиво он внутри. Вот так он выглядит. Хотите такой? Вы знаете, где нас искать. Seven Motors. Дима здесь крепит сейчас. Цепи? За рычаги. За рычаги, вот прям, и все. Сейчас быстренько ставим и поехали. Знаете, что еще делаем? Бортируем колесо. Короче, думаю, почему лампочка горит. Вот такой вот шуруп приехал к нам из Майами. Сейчас проверили, вот в этом колесе нашли строительный, да, строительный шуруп. Вот такой вот. Да. У нас не строительный, у нас здесь разбор. Короче, лучше сделать для того, чтобы потом в дороге не спустило колесо, чтобы не сорвало цепи и так далее. Поэтому вот сделали и все. Сейчас накачаем. Все. Сейчас проверим все колеса, кстати. Дорогие машины лучше проверять. Особенно, если это БУ машина. Вытяжка влаги одна. Вытяжка влаги вторая. Все. Закрываем. Все вот так вот сложили. Здесь там вот так. И сюда. Ключики подвяжем. На контейнер. Опа. Закрывание. В общем, друзья, пришлось немножко нам подразобрать Маврик, XMR-ку. Сняли полностью заднюю часть. И вот когда ты ее снимаешь, у тебя получается полностью квадрик залазит вовнутрь. Сейчас мы его будем сжимать,
А Дима сейчас немножко опустит руль, да, Дим, получается, расслабим, опустим руль вниз. И ключи, я думаю, оставляет, только знаешь, что делай. Нет, оставляй стяжку на руль. Все, конкретно к нему. И сверху делаем мост, еще один ставим. И вот место остается здесь на дом. Вот на тот. Ой, короче, жара пошла. Практически зафиксировали первый. И у нас готовится к погрузке следующий квадроцикл. Чем мы тут с него сняли? Всю заднюю часть. Вот в таком вот состоянии он будет погружаться. Новенький, немножко подразобранный. Вот так вот он будет отправляться. Там ребята по месту уже соберут. Следующий у нас квадроцикл погружен. Сняли колеса. Просто будем тут цеплять цепи. В общем, пока это все выглядит вот так. Такая конструкция у нас. Сейчас еще усилим, позже покажу, что и как. Ребята погрузили дом на колесах. Помните тот, который был поврежден. Ну и вот у нас еще внизу есть очень много места. Внизу у нас будет забиваться все запчастями и колесами. Джески. В общем, 5 единиц техники. Позже Дима пролезет вон туда и вам все это покажет. Да-да, Дима, фонарик надо. Дом подняли, зафиксировали, ребят. Цепь одна, вторая, третья, четвертая, пятая. Ну и вот это вот место сейчас парни берут под домы и начинается загрузка. Погрузки погрузками, обед по расписанию. У нас ланчтайм. Идемте кушать. Перекусим и уже потом дальше догрузимся. Запаковались. Куча колес, салоны, баки, двигатель. В общем, реально очень плотный контейнер. Ну что ж, встречайте. В общем, вот такие контейнера мы делаем для вас. Для тех, кто ценит время, деньги, нервы. Это самое главное. Поэтому, если вас это интересует, обращайтесь в Сеймоторс. Поможем загрузить любое количество техники в любую страну, укомплектовать именно вот так вот, как вы видите, и отправить к вам.